Ух ты, какая. Крутые боеприпасы. Клевое название. Шо? Клевое название называется «Крутые боеприпасы». Ух ты! У меня закрыла дверь, какой-то телепорт появился. Вау, к вам, прикольно. А, это типа бомбы. Понятно. Подошел к какой-то херне, но как ее активировать, не знаю. Не слышу. Подошел к какой-то фигне, как ее активировать, не знаю. Ну на это, на крыше здания. Блять, вот это тут хрени.
Да я тоже. По яйцам, а он по мне не может попасть. Ха-ха, убил. Я сверху его в бошку. Там, по-моему, еще одна ткань, нет, мечик лежит. Да не, он до хрена всякого гамна. Залетающая нахуй. А, не добежал. А, я может добежу. Оно респавнит на месте смерти, так что пофиг. Вот, какая-то хрень. О, я колотил. Две хрени какие-то стоят. Посередине? Да. Да, то возможно и украшение. Вот на эти надо бы попробовать залезть. А оттуда мы спустились, да, оттуда хорошо или нет? Не, ну вот я сюда залезал, посмотри. А откуда мы пришли? С долины, по-моему. Так мы оттуда попробовать, на ту пирамиду добраться. Тогда на какую-то из пирамид надо попробовать. Все спавнятся на пирамиде, я думаю, нам туда. По боковым не было таких приколов. Так, я на вершине. О, эта хрень открылась, которую я, помнишь, говорил, что либо не знаю, что с ней делать. Она открылась. Ты далеко? Да. Я по бокам пробиваю. О, Джонни ожил. Ну что, давай на вершину, уже вроде никто не спалится. А, то я понял, что ты пробиваешь. Вот тут патронов нехило было. О, так тут проход открылся. Я не заметил. О, прошли.